Это, друзья мои, вольера бурых медведей семейства Юры и Насти. А ну-ка дадим им орешков. О, Настя недовольная. Так, орешки, по-моему, пришлись по вкусу. Мишки, они всеядные, им все давай. Орешки, зелень, фрукты, овощи, мясо. Что-то Юра психанул. Так, ну что, Нюра, еще орешков? Давай еще орешков. Все-таки Настя отодвинула от трубы Юру своими недовольными возгласами. Пока родители выясняют отношения, Нюра уплела все орешки. Кто-то так недовольно общаются. Нюрочка уже начинает права качать. Уселась. А Юра, как проштрафившийся ученичок, отдельно сел. Тут вот у них бассейн, бревнышко, чтобы играться. Так что у Нюры все условия для досуга. Ну и у ее родителей, конечно. А Нюра им говорит: не ссорьтесь.
Вот так эффектно вышло. Да, мишки ни от чего не откажутся. Ну, Юра. Что ж, друзья, вот такие будни в семье бурых медведей парка Львов-Тайган.